Здравствуйте, это канал Максимадзе. 2021 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, я надеюсь, что хотя бы большинство из них вы смогли преодолеть. К сожалению, к огромнейшему сожалению, 2021 год оказался не лучше 2020-го. Коронавирус, все эти болезни ни на минуту не останавливались. Я искренне надеюсь, что в новом году многие, по крайней мере, многие ваши мечты сбудутся. Вы побываете в каком-нибудь хорошем месте, о котором давно мечтали. Или сделаете что-нибудь такое, о чем мечтали, или добьетесь чего-то хорошего. Каждому из вас я желаю позитива, здоровья, счастья в новом году. И всего, что можно пожелать хорошим и веселым людям. И прежде чем мы начнем праздновать Новый год, я хочу показать вам два сюжета с канала «Чё хочу, то ворочу», в которых снимался я вместе с Лёхой и Витей, которые должны были выйти на канале Максимадзе, но так и не были выпущены на нем. И я хочу показать их прямо сейчас. И первый сюжет был снят где-то в конце февраля или начале марта этого года. Мы отправились в кафе-грильницу на чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Поехали. Короче, ребята, приехали мы на в центр метро Октябрьская. Вот, там у нас центр, площадь Ленина, все такое. Вот, тут это авиакомпания, здание, все такое. Короче, ну не суть. А приехали мы, сейчас пройдемся пешком. А, в сеть ресторанов и кафе «Грильница». У них проходит чемпионат по поеданию шаурмы. И кто, получается, я как понял, на скорость съест шаурму быстрее всех, тот выиграет 30 тысяч рублей. Витька, Витек, ты готов же есть? Конечно, я всегда готов есть. Витек всегда рожден готовым. Ты будешь быстро есть? Ты будешь яростно есть? Я ем быстро, яростно, вообще жрать, да? Хочу. Вкусно я не ем, это не бывает вкусно есть. Ты как? Я шаурму никогда не ел. Чё он сказал? К сожалению, это правда. Я до сих пор ее не ел. Вы меня рассмешили. Ладно, короче, на месте придем, разберемся. Шаурма будет явно не маленькая и все такое. Так что все, давайте, смотрите и не переключайтесь. Короче, мы пришли, вот она грильница. Сейчас будем заходить. Леша будет пробовать нас зарегистрировать, все прочее. Там, возможно, уже все зарегистрировалось. Ну, как-нибудь договориться, это Леша спросит. Давай, быстрее, сходи. Включимся, когда придет время. Ребята, уже очень много народу пришло, очень много. Подними уже аппаратуру. Подними руку, покажи. Да. Еще выше. Это видно, она широкая. Что скажешь? Я волнуюсь. Там еще и шаурма самая большая вообще. XXL. Тёк, ты готов? Хорошо. Слушай, на что ты тридцатку потратил? Не знаю, подарок. Подарок? Хорошо. Твоя версия. 30 тысяч на что ты потратил? На долги. Я вижу, класс дергается. Я сразу понял, что коллекторы приходили. Хорошо. Так, твоя версия. Тридцатка. Куда? На отпуск добавлю. Нет, на отпуск. Не надо ему. Он сам... ну подарок тебе? Что ты хочешь подарок? Самый желанный подарок. Ну, я просто похлопаю. Короче, мы лохи. Нас там просто вот так вот обвертели по всему залу. Мы стояли на том месте, где регистрировали. Ну, вначале там типа никого не было, не говорили, что там место регистрации. Человек с микрофоном отошел, всех людей там развертел тоже, чтобы они обошли, там раскрутили, ну, все прочее. Мы, ну, тоже вот стояли прямо перед ним, были готовы регистрироваться, он говорит. Первые 12 человек, которые зарегистрируются, сядут вот здесь и будут в 19:30 есть. А мы ничего не успели, потому что там типа, хоп, и нас снова обманули. Человек рук с бумажек поднимает, и человек с микрофоном говорит,
Вон у того, подходите, регистрируйтесь. В итоге мы были практически самые первые, пока потом оказались практически самые последние. Короче, для тех, кто не понял, повторю более кратко. Мы специально встали как можно ближе к этому человеку с микрофоном, надеясь, что там будут регистрировать. Но, как оказалось, регистрация проходила в другом конце очереди, и мы в итоге оказались одними из самых последних и не попали. Но не стоило отчаиваться. Чемпионат длился 2 дня, и поэтому на следующий день мы поехали снова, но уже в другую грильницу. Ребята, подошел Витя. Здорово. Здорово. Все, тут уже толпа за человеком бегает, короче. Сейчас начинаем, так сказать, регистрацию через... По поеданию шаурмы на скорость. Вот такие дела. Сегодня у нас есть не только фотограф, но и видеограф. Человек, который делает крутой продакшн. Серега, и вы можете похлопать. Будет приятно, он будет делать еще более крутые кадры. Так, вот там у нас лысая башка скрится. Это диджей Александр. Пускай будет так. У него много имен. Best, эй, ты слышь, иди сюда и так далее. Отличные прозвища. И так далее. Так, короче, рассказываю. Второй день чемпионата. Вчера он прошел очень успешно. Было огромное количество народу. Мы очень-очень грамотно и успешно передали корону всем, у кого она есть. И теперь еще больше народу болеет. Мы старались. Ну, я шучу, конечно. Короче, 30 тысяч рублей мы отдали вчера наличкой победителю. У нас есть, ребята, победитель. Вот он стоит, подними руку. По нашим правилам участвовать можно хоть 1000 раз, если ты побеждаешь, но если ты реально делаешь лучше других, то, пожалуйста, пристой. Это я вообще никаких ограничений. Поэтому у него тоже есть шанс поиграть сегодня еще раз. Получится, нет, так нет. Итак, я напомню, 30-ка у нас это главный приз, но также у нас будет 2 призовых места, 2-е и 3-е. Там тоже будут достаточно неплохие такие плюшки, которые мы обязательно вручим. Как это будет происходить, я расскажу сразу по факту, когда мы перейдем уже непосредственно к чемпионату. Ну а прямо сейчас я предлагаю дать старт записи. Первый 13 человек, вон там Влад. Ну а дальше начинается трэш. Да, ну и помимо того, что у нас есть главный приз, это шанс есть, официальный. Как его найти? Больше поднимай камеру. И сразу будет грильница и доска. Отвечайте грильницу, и в конце сегодняшнего вечера мы по просмотрам определим победителя. У кого такие вот дела. Подробнее, как нужно есть шаурму, как это, чтобы не сходить, это уже совсем скоро. Когда закончится жеребьев, мы берем тело 6 участников, и потом будет вторая группа. Да, и по отзывам ребят, которые вчера ели шаурму, которые приготовили грильницы, ребят, хочу сказать, что все было очень вкусно, круто, сочно, все обычно. Нифига себе, ребята, мы записались. Говори громче немного. Там было так высказано, как в мульти просто. Че, давайте 5. Кирпика Виктор участвует под инстаграмом мистер Алекс Кросс. Ребята, переходите на мой инстаграм, подписывайтесь. Ну что? Витя, готов? Я готов играть, я всех разорву нахер. Давай. Вот того чувака, это, с кудряшками. Да, надо я его на 2-6. Он вчера получил 30 косарей, он выиграл. Я вчера так и думал, что если он будет участвовать, то он выиграет. И так оказалось. Сейчас найдем его и спросим, за какое время он это все сделал. Ладно, меня там чуть не выжили. Я прямо такой, прикинь, я лицом стоишь, такой. Стоишь, я тебя вот так толкал специально. Да? Я лицом прямо туда был. Вот. А что, человек вылазил оттуда, я тебя толкал сразу. Я тебя толкал, меня вот так руку зажали, я его вытащил. Ладно, все, давай спросим у него. Это когда за 2 дня я даже не зарегался, у меня как бы победил, зарегался. То есть, типа, А какое время вчера у тебя было? Зарегался? Минута 28. Минута 28. Обалдеть. Простите.
Не, реально удивился. Давай, давай, Витя, минута 20. Вчера минута надо 20. Было после конкурса взять все-таки шавуху, хотя бы маленькую, и постараться быстро ее съесть. Желаю тебе удачи, давай. Надеюсь, зрители тоже желают тебе удачи. Надеюсь. Все, вот давай. Я прям вообще волнуюсь. Вспомни, вспомни, за что ты сражаешься, и вспомни кишкоблуда. Типа ты его наследил. Ух, я кишкоблуд. Да, вот так, ты кишкоблуд. Это маленькая, я думал, она вдвое больше. Я такую обычно ем. Минуту. Сможешь? Минуту, минуту 10. Вот он стоит прекратить. Чуть больше минуты. Витя, пожалуйста, чуть-чуть водички, прям чуть-чуть. Видел, как да главное откусывать по маленьким кускам и сразу же глотать, даже не жевать. Если я, если у меня что-то со здоровьем... Мне так интересно, это вообще жесть на ютубе? Да-да-да. Чё хочу, то врачу ТВ. Чё? А? Чё хочу? Что? Чё хочу, то врачу ТВ. Вот. Да-да-да. Увидишь себя? Я еще не парил вчерашний, да? А? Максим обливался, да? Ну вот он, у меня дома. Ну что, мы... Ребята, первая цепочка пошла, Витя еще тут, он будет во втором списке участников. Пока 6 человек, потом еще 6. К сожалению, первую цепочку участников Леха снимать не стал, потому не увидел в этом смысла. Ну, смотрите дальше, вторая цепочка. Там уже был Витек. Времени не лезем. Раз. Два, три, поехали! Время пошло! Три места, фиксируем три. Давай, Витя, 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 давай, давай. Каждому участнику, каждому свое. Давай. И потом среди всех абсолютно. Витя, давай! Жуй, жуй! Давай. Третье зовут место. Ну он живет, он живет, не надо его жевать, он глотает. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, я хочу посмотреть, кто как ест, чтобы я точно мог определить, кому я отдам сертификат на 700 рублей. Давай, давай, давай. Так, такое бывает. Да аккуратно надо. Такое бывает, ничего страшного. Да блин, да сколько воды можно? Давай, 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 давай. Поверьте мне, чемпионата по прыгательной линии я видел еще. Давай, давай, поверьте, что воды. Обязательно полностью переживать. Этот уже и обязательно показать. Ой, блин, честно. Блин. Победитель опять поиграл. Красава. Влад, я первый был. Витя, ешь, ешь. Третье место недалеко. Давай, Витя, давай, давай. Давай, давай, до третьего места, давай. Давай. Так, есть еще один человек, который мог тарить. А вот и первый. А идти можно? Да, можешь идти пока. Можно еще чуть-чуть. Так, третье место осталось зафиксировать там и все. Давай, 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 давай. Глотай, глотай, глотай. Скорей, 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 давай, давай. Есть! Yes! Вот он, вот он! Давайте похлопаем ребятам! Это было круто! Давай, давай! Красава, Витя! Просто, если все нормально, скажи, как это родится? Слушай, Лена, ты молодец, ты справился отлично! Давайте всем еще раз поаплодируем, ребята! Это завершение чемпионата! Третье место хотя бы так! Второго чемпионата от Гриллицы! С главным призом 30 тысяч матик рублей! Есть! Ну как шаурма? Шаурма, кстати, вкусная вполне. Ну это неплохой результат, я тебе скажу. Да, оно само по себе глоталось. Я в конце лаваш уже поднесу. Это я так оговорился, чтоб тебе помягче. И смотрим, кто ответил, и считаем просмотры. Поздравляем! Красава! Первое место, да? Ты уверен? А, что, нет? Мне кажется, довольно быстро. Я себе по-настоящему мог попарить 100%. Не знаю, видел я отсюда, но сейчас пройти увидел. Ну, сейчас узнаем. Ты куда деваешься? Мы еще никуда не уходим. Да я просто не уходил. 5 мы вон выиграл, еще сертификат за Инстаграм. Со временем 1 минута 51 секунда целых 76 сотых. Да, все, 76 сотых, все правильно, да, 76 сотых. Платочек, понятно, пишут всегда.
Герпихов Виктор, выходи к нам сюда, третье место. Давайте еще раз, пацаны, возглавляем, поддержим. Так. Третье место, ребята. Забираю сертификат от прокачу. Они тебя прокачут как сумасшедшие. Они работают и зимой. Зимой это 100 год, и летом это электросамокаты. Забирай, он твой, трать его куда хочешь, делай, что хочешь с ним. Это твое. Да. Давайте еще раз, пацаны, поаплодируем как следует. Достойная битва. Класс, кайф. Все, занимай свое место, зрительское. Смотри, дальше что будет происходить. Второе место. Вообще очень круто было. Ну, в смысле, в принципе, было все круто. Но я объясню, потом. Рублей. Второе место. Со временем одна прокат, магазин, 13 секунд, 54 сотых. Курников Андрей. Давайте нам сюда выходите. Слушай, друг, это вообще ты вот откуда тут появился? Ну ты считай, поел бесплатно, еще и 2000 выиграл. Первый раз сегодня с почином, говорит, подряд. А это не нарушает никаких правил, мы говорили об этом с самого начала, можно хоть 10 раз подряд выиграть. Пока что непобедимый чемпион Бабков Виктор, 1 минута, 11 секунд, на 2 секунды быстрее всего-то был. Давайте мы поаплодируем, это реально было не просто. Судя по всему, и физически все нормально. Руки помыл, все. Видел? Все. Класс, круто. Нет, но это достойная битва была. Так, что, слушай, ну... Да, не убегай, мне охота поболтать с тобой. Как ощущения? Ты 2 дня подряд побеждаешь. Короче, сегодня хуже гораздо, потому что я проснулся с утра и понимаю, что у меня из-за вчерашних заталкиваний в себя шаурмы болит горло. Вот, плюс я чуть-чуть как бы подпродуло, видимо, ночью, потому что я вчера отдыхать поехал. Еще, ты тресадку вчера собрал, тоже такой, блин, нас было попросили, чтобы он нам немного дал. Нормально, да. Короче, ты отлично себя чувствуешь в целом, в принципе. Ну, не так-то просто, да, съесть вот так 2 дня подряд на скорость. Настолько хорошо, насколько это возможно, я себя чувствую. Ну еще бы, все, слушай, ты теперь PIP, мне кажется. Купишь себе золотые. Че, куда потратишь деньги, не секрет. Ну, так вот. Разберусь пока, покайфую я вчера. А, точно, он говорил вчера, что... А, это ну, который кайфовать. А, реально. Мы тебе по-хорошему завидуем, жмем твою руку, победу. Кайфует, кого? Да? Эту победу я посвящаю самой моей любимой Насте. О, класс, класс. У тебя достойный мужик, отлично, круто. Я его только познакомились, у него просто 30-ка такая. На этом первый сюжет заканчивается. Мы там еще немного посидели в грильнице, пиццу поели, лег с шаурму себе еще одну заказал. Ну что ж, второй сюжет был уже новогодний, был посвящен новому 2021 году, но я вам покажу его сейчас, потому что он должен был быть на канале Максимадзе, но я не понял, куда бы его лучше уместить. Был он, снимали мы его где-то в декабре 2020 года, ну понятное дело, и Леха нарядился в так называемого Санта Леху и раздавал детям подарки. Погнали. Всем привет, ребята, это Максимадзе, мы тут вместе, это самое, вместе с Санта Лехой и Витей направляемся искать детей. Все, что это конфеты, то, что в этом огромном мешке. Да, все куплено на наши деньги, ни у кого мы ничего не брали, все на собственные деньги. Вот, благодаря вам, то, что вы донатили, вот, мы смогли делать 10 мешков, в каждом грамм, да, по 300 конфет. Прям вообще тяжелый такой мешок. Короче, мы смогли поднять 10 детям настроение. Там дети, а что надо? Спасибо, что вам. Ну, давай. Спасибо. Хорошо учись, и дети тоже хорошо. Давай. Спасибо большое. Любой. Протянул, отлично. Половина? Давай, давай половину. Половина выучит. Я его сразу только половину выучил. Давай. Поближе подойди. Что там? Давай. Начинайте? Да. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, француза дома. Ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Повтори, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали мы Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали.
ворчали старики. Что ж мы на зимние квартиры? Не смеем, что ли, командиры? Чужие зарвать мундиры, а русские штыки. И вот нашли большое поле. Есть разгуляться где на воле. Построили редут у наших пушки на макушке. Чуть утро осветило пушки, лес и синие верхушки. Французы тут как тут. Все, молодец, молодец. Хватит. Не, ну ты прям самый крутой. Ты в какой школе учишься? В 129. А, ну тогда пойду. Ну, ладно. Да, пойду. Так, ну-ка там есть потяжелее. Сейчас большой тут. Вот, сейчас надо тоже. А можно купить канал? Короче, ребята, сейчас еще чувак подошел, ну, работал, продукты развозил. Такой дедушка Мороз, ты давай это, я вот тут на права сдал. Че он там сказал? Я на права сдал. Говорит, я старался, я заработался, я устал. Я думаю, что я заслужил. Подари мне руль, пожалуйста, Новый год. Говорит, он говорит, а мне же еще тебя найти надо. Он говорит, а я тебе письмо пришлю. Да. Вот так вот, ребята. Немножко в кадр не попал, но вы уж извините. Так что продолжаем и идем дальше делать добрые и веселые дела и видосы. Ребята, в бороде тепло, я думаю, можешь отрастить. Стесняется. Деда же не похож. А, деденька. Она логость у кого на все огни бордо знает. Ого. Ну. Откуда? Ладно, я тоже так. Ладно. С Новым годом, здоровьем, ребята. Смотрите, носите маски, коронавирус. Да. С Новым годом, учись хорошо, радуй маму, папу и всех тебе благ. Все, давай. Окей. Все, скажешь, с настоящим Дедом Морозом встретилась, да? Ну, говорит, не видела, говорит, никогда. Да, спасибо. Хорошего вам настроения. Спасибо. Вот. Прям головой небо кроет, вихри снежные круча. Где же там моя маршрутка? Я замерз, уж не шутя. Ладно, пойдет. Давай. Так, давай, какие. Да, ешь. Давай, удачи тебе, учись хорошо. Стих. Стих любой рассказывает. Бородино? Да. Тоже? Ну нифига себе, второе Бородино, ребята. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были же схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнится Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя Бактриневы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господь и воля, и не удар Москвы. Долго волжи отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики. Что же мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие зарвать мундиры об русские штыки? И вот нашли большое поле, если сгуляться где на воле, построили редут. Наши пушки на макушке, чуть утро осветило пушки. Блин, все, забыл. Ну, я тоже забыл, так что ладно. Ты нам рассказал достаточно, это очень круто. Так что получаешь, что заслужил. Вот, спасибо. Все. Давай, ты прям крутой тоже, молодец. Давай, молодец. Кто хочет еще? Что, кто-нибудь еще хочет? Нет, Бородино. Давай что-нибудь другое. А все, я пошу. Аня, мне надо тихо. Ну ладно, расскажи Бородино. Ты, мальчик, хочешь конфет? Да.
Что-нибудь можешь рассказать, что-нибудь стишок? Небольшой, любой. А? Давай. Ладно. Неплохо. Ну, круто. Ладно, молодец, вот что-то сделал. Давай. Учись хорошо, иди учи. Все. Хочешь конфету? Нет. Что, будете петь? В декабре могут кружиться. И поют праздничный хоровод, хоровод. Эхо. Отзовись. Чисто петь. Научись. Я могу, научись. Слушай. Не зевай. Все за мной. Повторяй. Молодцы. Похлопаем. Спасибо большое. Да, вам спасибо. Все, давайте, удачи всем. Всем добра, подарков и тепла. Да, с Новым годом. Скоротили время. Любой. Натуральный номер, все поют, стараются. Натуральный номер, звуки не меняются. Все? Ладно, молодец. Еще два стиха. Ладно, нам. Кто по лесу Дед Мороз, мимо кленов и берез. Мимо просек. Мимо пней. Шел по лесу 8 дней. На поляне тишина, светит желтая луна. Все деревья впереди. Пляшут зайцы на горе. На пруду сверкает лед, наступает Новый год. Молодец. Да. Все, знаете же, да, друг друга? Знаю, да. Распределите, а то у нас один остался. Ой, спасибо большое. Очень пожалуйста. Приятно. Спасибо вам. Все, у вас тоже поступаешь. Все, давайте. Спасибо. Учитесь хорошо. Ага. Да. Я и как-то еще. Молодец. Надо на шестерке. Нет. Леша знает какой-нибудь стишок? Знаю. Давай, расскажи, а мы тебе дадим конфеток. Будут игры, будут сказки, чудеса вас нынче ждут. И герои доброй сказки непременно к вам придут. Молодец! Прекрасно. Ты очень громко и хорошо рассказал. Да, Дедушка Мороз тебе подарит. У него конфеты остались. Да, конфеты. Так, конфеты. Вот. Кушай на здоровье. Спасибо. Молодец. Давай 5. Здравствуйте. Подарки нам принес. Кончились. Ну опять. Хоть конфетку дал одну ребенку. 31 декабря. Кончились. С Новым годом, ребята. С новым счастьем. С новым счастьем от канала «Чё хочу, то ворочу». Поздравляю вам. Желаем вам всего счастья, здоровья, любви, всего-всего. Да, так что, ребята, любви, давайте. Денег, учебы хорошие, да. Все. Все, всего счастья и всего-всего наилучшего. Слушай, это самое. Спасибо, что да. Не вырубай. Слушай, Дед Мороз, напоследок я тебя хочу спросить. Ты когда спать ложишься, бороду под одеяло убираешь или сверху кладешь? А ты идешь под подушку. Спасибо. Всем, кто нас смотрит, кто нас поддерживает, кто ставит колокольчики, подписывается и так далее. Всем привет. Спасибо, хочу пожрать ТВ. Спасибо, полное ТВ. Спасибо. Мы всем за спасибо. 9 месяцев. За 9-10 месяцев накопили 4 тысячи подписчиков. 250 подписчиков. Я очень рад. Спасибо вам. Это успех. Не то, что в моем прошлом канале. Хочу вам пожелать всего-всего еще раз. Так что давайте. Мы все дружим, мы все знаем друг друга. И все, мы живем в одном мире. И нет войны. Нет войны. И нет войны. Войны не будет. Все, всех с праздником, кто болеет, кто
тому, тот пусть выздоравливает, и все. Давайте все, всем удачи. Всем пока! Итак, дорогие друзья, у вас есть еще время приготовить салат оливье, купить мандаринки? Ну, а я со своей стороны могу сказать только одно. С Новым годом, друзья! Ну, а мне осталось только самому, у себя лично, в своей семье, попробовать отметить этот Новый год. Год водяного голубого тигра. Thank you.